дорогие друзья, я сегодня усиленно плавала для того, чтобы с чистой совестью пойти на ужин. Потому что здесь настолько сытные ужины, обеды, завтраки, что на самом деле испытываешь некое чувство, совестливое чувство, когда ты идешь на ужин и что-то там ешь, особенно пахлаву. Но удержаться не могу, настолько она здесь вкусная. В общем, ужин. Кстати, сейчас у нас 7 часов вечера, и сейчас покажу вам, как зашло солнце. Заходит оно вот там. Я сейчас сидела здесь. Вот видите, прям вот еще видно такое немножко зарево, да? Вот, вот такой вот кружочек. Вот. И думаю, сейчас, ну, пока собиралась на ужин, любовалась. Ну вот и хочу сказать, что на горы это тоже вот замечательный, чудесный вид. Прям вот я сижу и не могу охватить вот глазами все те красоты, которые я вижу перед собой. Вон там смотровая площадка, с которой мы сегодня смотрели сюда. Сейчас смотрим туда, в обратную сторону. Магазинчики здесь, вот эти вот лавочки все мелкие. Остановка наша. Поедем сегодня мы, еще какую-нибудь экскурсию возьмем на завтра. На кораблике посмотрим, какую. Либо Клеопатру, либо Эгейские, слияние Эгейского и Средиземного моря. Не знаю. Не знаю, потому что у нас послезавтра еще экскурсия. Ну, как-то это все-таки нагрузка, с одной стороны. А с другой стороны, потом будет что вспомнить. Ну, а сейчас пойдемте вместе поужинаем. Лаурати, это что-то новенькое на ужин. Сегодня будет у нас, видимо, это анимация сегодня, да? О, красота! Very good! Так, как всегда, меряют маски, эти, температуру и маски. Добрый вечер. Без масок никуда. Так, там будем где-нибудь слева. Сегодня посмотрим. О, сегодня что-то новенькое. Сегодня... Подожди, я не поняла, сегодня рыбный день, что ли? Сегодня пятница? Сегодня... У них по пятницам рыбный день, что ли? Рыбка прикольная. Кальмары, наверное, скорее всего. Да, кальмары там написано. Сейчас возьмем. Кальмары. Трум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Мне вот это, пожалуйста. Hello. One. Так, потом вот это. Четыре. Кальмары. Четыре. Фло. Этот соус. Не, соус не 4. Так. Так, это все рыба. Все, 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 все. 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 Финиш, спасибо. Молодцы, ребята, прям. Так, телефон звонит сейчас. А что эти вот лепешечки традиционные. Рис. Мясо опять здесь. И вот такой вот вид мяса. Ну, я вот так вот сейчас пока предварительно попробую, а там сейчас дальше посмотрим, что будет дальше. Сегодня людей много, кстати, на ужине. То ли мы задержались, то ли людей сегодня больше стало. Ну, как бы очереди от этого не прибавились. Ой, вот без пиццы не могу. Пиццу нужно взять обязательно. Сегодня даже появилась пицца с ананасами. Посмотрите, какая прелесть. И такой сегодня антураж все. Или он всегда был, но я не замечала. Грибы, перец, все это в округе. Осталось только дождаться, чтобы мне положили все это на тарелку. Сразу посмотреть на сладкий стол. Все время у них, видите, меняется вот эта конфигурация. То с шоколадом, то сегодня с киви, что-то такое интересное. А пахлавы нет. Я настроилась на пахлаву. Все, все пахлаву съели. Вон там что-то такое подобное, но это не пахлава. Какие-то пироженки остались. Значит, будем налегать на арбуз. Тем более арбуз сегодня уже красный. На обед был розовый, сейчас красный. Хороший арбузик. Виноградик у них тоже очень вкусный. Сливы, дыни. Красота. Здесь вот еще одна линия раздачи. Что это такое? Куриные ножки, что ли? Или куриные, или еще чьи-то. Цветная капуста. Макароны с мясом, типа лазаньи. Есть, добрый вечер, спасибо. Здесь жарят антрикоты с мясом.
Вот такая вот, видите, порция получается. Не-не, спасибо. Во, ребята, молодцы. И вот тут, в общем, рис. Вот так вот. Вот так вот, мне нравится. Они молодцы, сразу готовы попозировать, помахать рукой. Ну, то есть они гордятся своим трудом, они очень вкусно готовят. Они потрясающе вкусно готовят. Ой, вот в этот раз что-то меня абсолютно не тянет на овощи. Но вот какие-то салатики нужно взять. Решила, да, уму здесь такое? Попробовать. Не-не-не. О, ну давай, давай. Окей, давай. В общем, он какой-то вот мясо. Вот такой, чуть-чуть. Фасоль. Ага. Там, по-моему, овощи. И можно салатик еще? Я хочу овощи. Хотя грибы тоже были очень вкусные, в прошлый раз ела. Ну что, вот мой выбор. Пока что взяла вот так, потому что, ну, как бы вдруг я не съем. Зачем мне набирать много, я, может быть, наемся. И вот это вот, я так понимаю, что эти кабачки, скорее всего, кабачки, ну, что-то типа нашей аджики, вот каких-то овощей. Арбуз, разумеется, ну, вот как-то вот так. Но мне кажется, мне вот этого будет достаточно. Потому что мы еще хотели сегодня зайти в панорамное кафе, может быть, какой-то десерт я там себе позволю, не знаю. У Юры, он, смотрите, полная тарелка. Полная чаша. Ну, то мне по Макале пишет, сейчас вот Юра познакомился с ребятами, ну, в море пока плаваешь, там, пообщаешься с кем-нибудь. Вот приехали с Памукале и очень устали сильно, потому что выматывающая экскурсия. 3 часа ехать туда, 3 часа ехать обратно. Поэтому на любителя. Там здорово, там классно. Но ехать, вот эта вот дорога, конечно, она очень сильно выматывает. Так, ну, я хочу попробовать кальмар. Соус, белый соус, он очень вкусный. Мне сказали, что здесь йогурт, соленый огурец, он такой кисленький, он очень-очень вкусный. Да, скажи, Юр? Да. Соус прям обалденный, зачетный. Надо потом попробовать такой приготовить. Ну вот что там еще кислоту придает? Повар бы сделал бы, мастер-класс показал бы, как это готовить, чтобы можно было приготовить домой. Потому что для рыбы самый, мне кажется, вкусный соус. Что, после вкусного ужина и такого калорийного, и такого аппетитного нужно двигаться. Так, значит, у нас сейчас задача купить на завтра какой-нибудь еще морской тур. Поэтому мы сейчас до порта доедем несколько остановок на местном автобусе, а уже обратно там пойдем прогуляемся по кафе, в кафе посидим. Обратно пойдем пешком. Пешком вчера мы с Оксаной по шагомеру по нашему посмотрели. 15 тысяч шагов вот обратно нам идти. Поэтому как раз таки вот этой нагрузки нам хватит. Вот так вот, смотрите, выглядит у нас сейчас вечером. Наша улица. Я, когда мы сюда приехали, думала, что мы как-то в центре. Ну, мы, как бы, он Мармаристый небольшой. Но мы, получается, наоборот, как бы, ближе к Ичмелеру, но все-таки в Мармарис. И вот такая вот, такое вот оживленное здесь движение по вечерам. Да и не только по вечерам, и днем в том числе. Маршрутки ходят здесь двух видов. Вот эти вот оранжевые, я так понимаю, это Ичмелер, вот с оранжевой полоской. А вот без оранжевой полоски, у меня я себе уже отложила 4,50. Не, я захочу. А эти, без оранжевой полоски идут как раз-таки туда. В маршрутках сейчас ограничения по людям и определенное количество у него, сколько тут их человек, а, кстати, вот проезд 4,25 лир. Вот, и лишних не пускают. Мы сейчас пропустили 2 автобуса, только на 3-м вот на этом уехали. То он сказал, только 3 персоны, не больше. Подъезжаем сейчас к центральному месту. Здесь памятник Ататюрку стоит. Порт. Центральное место – порт. Мне так нравится, как у них вечером вот это все блестит, переливается. Прям такая жизнь. Вот кипит, да? Прям вот столько людей, движуха такая прям везде. Что, мне кажется, здесь гораздо больше людей, чем, вот, допустим, в Алании. Но мы вечером в Алании-то не гуляли. Может, там тоже какая-то такая улица есть? Ну вот что значит жить внутри? Мы тоже вот в Алании хотели вот. Спасибо. Хотели тоже вот в центре, понимаете? Мне говорят, Ичмелер. Вот Ичмелер мы поселились бы, сейчас бы тоже вот на маршрутке бы долго. Обратно так пешком дойдем, а так зависишь
От маршруток. Не, а мы бы ездили с ночлегом сюда. Нет, мы бы ездили, но я просто говорю, что это все-таки не очень удобно. Ты можешь назад дойти, понимаешь, можешь доехать, можешь дойти, можешь выйти в любой момент погулять. А это привязано уже к маршрутке. О, вот хоть вижу, какие-то вкусные делают здесь эти десертики. А, это мороженое делают с этим, с персиками. Сытно ужинал, то мне кажется, и ничего не хочется, какие-то мороженое, еще что-то. Ну, я хочу что-нибудь, какой-нибудь десерт клубничный. Я сегодня специально себе не брала десерт, потому что хочу что-то взять с клубникой, если будет, не знаю. А сейчас нам нужно определиться с поездкой. Оксана сказала, все переговоры берет на себя, будет торговаться как лев вместе с Юрой. А ты сказала, молчи, молчи, ничего, они до сих пор не могут простить поездку за $33. Здесь можно было взять дешевле. Сказали, ты не вмешивайся. Дешевле в два раза. Но я не умею торговаться, это вообще не мое. Мне лучше вот вообще никуда не ехать, чем торговаться стоять. Не мое. Давайте выбирать самую лучшую, Юра. Выбирать самую лучшую. Какая кому понравилась яхта, так давайте так повсеместно. Так мы же вот тут договаривались с мужчиной. Нет, мне вон там Орка понравилась яхта. Вот мы вчера когда были. Человек, Орка название. Какой человек? Тут они тебе, знаешь, все скажут, что они тебя помнят и знают. Нет, мы договаривались. Роял Каптан, ну это маленькая какая-то такая. Вот эти вот я не люблю после того, как мы на такой покатались. Вот с этими, со всякими этими пиратами. Не люблю. Не знаю. Мне что-то вот хочется такое поцивильнее. Это что такое? Это, кстати, небольшая. Небольшая тоже. Неплохо. Это что-то какая-то деревянная, такая простенькая совсем. Яхточка. Вот. Хорошая, симпатичная стоит. Да? Нептун, вот экспресс. Написано. Но мне вчера прям вот Орка, мы вышли, и такая красота была. Ну вот, по-моему, трехпалубная, ну, в смысле, трехэтажная, вот это, по-моему, она. Это вот Нептун экспресс. Меньше чувствуются качки. И качка не чувствуется, и покомфортней. И их же сейчас вроде набивать нельзя помногу. Вот это или нет? Класс, вот, Бейли. Нет, не это. Не это. Это. Так и это большая. А это тоже большая. Не, ну это большая, уютная. Смотри, какая она. Она уютная вот эта. Я здесь. Вот это симпатичная яхточка. Она сделана, смотри, как хорошо. Это дальше была, пойдемте посмотрим. Или наоборот ближе. Ну давай здесь узнаем, или что? Вот это мне прям вообще... понравилось. Лена, а у нас не раньше мы ту яхту видели? Нет, подошли. Там раньше нету. Мы вот сюда же вчера высадились. Мне кажется, она раньше, да, Юр, была? Да, она там. Да, была. Она в той стороне, Лен. Потому что а в какой? В той? Ну, куда? Нет, мы там были. Там были, точно. Ну, вот кто мне на экскурсию все отправлял, Крылов. Мы, в общем, поедем не от Крылова, мы поедем вот от этой фирмы, от Агоры. Орка. А, Орка. Нет, Орка это вот этот вот, как называется правильно, яхта Орка, это? Корабль. Нет, корабль Орка. Значит, сейчас покажу, где так, это находится. Надеюсь, что нам понравится. Завтра на слияние едем мы от Эгейского и Средиземного моря, а послезавтра уже на Дальян поедем. Там $1 дачи тебе дают. А есть, вот у вас телефоны, да? Вот телефоны, допустим, куда вы можете обратиться. Но просто очень красивый вот этот вот корабль. Орка, значит, экскурсия стоит $15 вот на Средиземное и Эгейское море. Вчера. Ну что, давайте посмотрим вот на этот чудесный корабль. Мне вот из всех, которые мы прошли здесь, вот из всех мне он больше всего понравился. Здесь, в общем, как раз-таки можно подняться к крепости с этой точки. И нам разрешили сейчас зайти на яхту. На яхту я все, ну, корабль, яхта. Посмотреть сверху вид. Вид. Корабль. Ну, к сожалению, вот на него мы не попадем, потому что он идет в Дальян, а мы купили у Пегаса экскурсию. И уже мы не можем от нее отказаться. А я бы хотела, конечно, на такой яхточке
прокатиться очень сильно. Здесь вот такие вот зоны для загара. Красивая. И вот такой вот вид обалденный открывается. Слушайте. Поет мула. Фантастика. Жалко, да, Оксан, что на яхту на эту не попали? Я прям готова здесь вот прямо сейчас сидеть, просто на лежаках. Да. Вид открывается очень красиво здесь. С третьей палубы. Вот смотрите, она ж трехэтажная. Миллионеры не на таких ходят. Миллионеры ходят вот на таких вот, на каких-то не очень больших. Вон там у них яхточки. И для них же там торговый центр с фантастическими ценами. А, вон, кстати, кафе панорамное. Я вижу, очень красивое. Можно подняться туда. Я думаю, что оттуда будет красивый вид. Съесть там какой-нибудь десертик и полюбоваться вот на такую вот красоту. Значит, еще раз говорю, корабль называется «Орка». Вот если поедете и не будете брать экскурсию от Пегаса, то можете съездить вот на экскурсию от... Никак. Бисмиллахиррахманиррахим. Вайлюн ликулли хумазатин лумаза, аллази джамаа маалан ваддада. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Фантастическая, фантастическая. Ой, а там-то как уютно-то внизу. Там тоже можно лежать. Здесь везде, в общем, кругом на этой яхте можно лежать. Лежать, станцевать. Вон кафе, куда мы идем, вон, видите? Панорамное кафе, сейчас туда поднимемся наверх. Не знаю, откуда, правда, подняться нужно. Ну, вот оно, высокое. Но я бы не сказал, чтобы там, чтобы очень... Ну, там тоже будет видно вот все вот эти вот яхты, и будет открываться вид на Мармарис красивый. Давайте. Так, ну что, пооблизывались на яхту-корабль-корабль. Еще что-нибудь, как-нибудь, как я их обзываю. Значит, появилась идея, да, посидеть где-нибудь в красивом видовом месте, потому что здесь, конечно, все места они супер фантастические, но я хочу забраться вон туда, наверх. Там есть какое-то кафе, я думаю, что оттуда должен быть очень хороший вид. Вопрос, как туда забраться, сейчас я вам покажу. Курес работает, его дар находить дорогу. Вот видите, вон наверху находится панорамное кафе. Ну, здесь, наверное, тоже можно пройти. Не может быть, чтобы с улицы нельзя было пройти. Дорожку-то, он сказал, к крепости ведет. А крепость, он сказал, всего лишь открыта до 5 часов дня. То есть сейчас она уже закрыта. А там еще плюс и отель находится. Поэтому мы вот здесь вот где-то, наверное, можем пройти. Улочками какими-то туда. Или следующая улочка, да. Называется «Эйфория». Сейчас пойдем посмотрим, там какие-нибудь десерты хоть есть? А, десерты есть, значит, можно что-то поесть. Меню по-русски есть? Есть. Видите, у них даже тут и по-русски «Добрый вечер», и по-немецки, и по-английски, и по-турецки, в общем, на всех языках. Вид отсюда, туда вниз, сюда заходишь, «Сансен Бутик Отель». Такие попугайчики встречают вас. И мы куда-то идем. Еще выше. Еще выше. Без лифтов. Все в такой тематике. Цветы какие-то. Ну, то есть расписанные стены. Самолища. Ой, какие симпатичные эти пчелки. Просто устала подниматься. Сделала себе коротенькую передышку. Что еще выше? О боже, как будто на Галатскую башню поднимаемся. Здесь попугайчик какой симпатичный встречает. Так, и вот он, панорамный вид открывается. Hello. Так, а нас вот как раз для троих, да? Панорамный вот столик. Как раз мы будем. Отлично. Вот так вот, значит, можно полюбоваться на яхты. На вот этот променад весь. И еще что-нибудь вкусненького дополнительно выпить.
или съесть. Посмотреть. А вот она, кстати, орка. Мы сейчас на ней были. Вот отсюда можно на нее посмотреть. Вот такое вот видовое кафе. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вермут, ром, мартини бьянк 40 лир. Коктейли по 60 лир. Ну, это 600 рублей. Раки. Так, это что-то такое алкогольное все. Водка, джин. Подождите, я хочу десерт. Где десерт? Вот десерт. Сказали, будет на русском. А на русском нам не дали. В общем, на английском только десерты. Сейчас нужно переводить. Привела я вот это вот фруктовая тарелка, а вот это вот жареное мороженое. Ксюша выбирает себе коктейль. Юра сказал, что хочет попить хорошее пиво. Ты нашел? Да. Банану маму ни разу не пила, но что-то банановое, наверное, скорее всего. Не знаю. А с Бейлисом это какой у нас идет? B52 с Бейлисом. А его нет. А жареное мороженое есть? Можно. Можно? Есть жареное мороженое? А что такое? В общем, нас официант немного не понял. На ломаном русском, английском. На всех языках сказал, ладно, сейчас к вам придет русский товарищ. К сожалению, в кафе всегда играла очень известная музыка, кстати, и для нас специально вот русскую музыку включили, популярную. Значит, вот такой коктейль, это на основе Бейлиса, стоит 600 рублей, пиво у Юры стоило 400 рублей, жареное мороженое стоило 400 рублей. То есть вот я посидела на 1000 рублей вот с таким вот шикарным видом. Правда, в этом кафе нас обманули, но это уже другая история. Вышли из кафе, немножко там обманули нас. Ну ладно, не буду рассказывать эту историю. В общем, музыка там играла. Разумеется, снимать ничего такой музыки нельзя, потому что музыка очень известная. YouTube сразу же наложит ограничения. В общем, идем смотреть на яхты. Юра хочет пофотографировать яхты. Здесь эта улица, она длинная-длинная. Но мы еще, кстати, не ходили по старым улочкам. И времени, как всегда, не хватает. Вроде бы мы на отдыхе, а как-то вот все получается, как всегда, у нас бегом-бегом. Потому что все хочется успеть и все хочется посмотреть. Посмотреть на ночную жизнь, на движение, погулять, нагуляться вдоволь. В общем, сделать все то, что все делают на улице. В общем, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Кстати, есть очень много здесь ресторанчиков с живой музыкой, где сами играют. Но мы хотели панорамный посмотреть ресторан. В общем, всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения. И, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока.